Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня делаем уловистые блесна для зимней рыбалки. Я вот сделал такую вот блесну из консервной банки. Сделали мы такие тройные крючки с глазами классные. Заклепал я свинец. Вот такая вот красота получилась. Я решил на этом не останавливаться, продолжать развивать эту тему. Здесь сразу, видите, такие два тройных крючка. Мы сделали глаза красивые, разноцветные. Это делается очень просто, я не буду сейчас показывать. Я в прошлом видео показал. Это такая вот холодная сварка. Как камень красим, приклеиваем вот такой вот глазок. И цапон лаком сверху обрабатываем. Сегодня мы будем делать зимнюю блесну из пластика. Из жесткого пластика. Почему бы не сделать ее из пластика? Давайте начнем, я все вам покажу. Берем жесткий пластик и расчертим нашу заготовку. Долго думая, я решил сделать такую вот заготовку. Давайте сейчас я ее вам вырежу. Это такой вот жесткий пластик толстый из-под крышки, из-под контейнера. Сам контейнер сломался, а пластик можно пустить в самоделки. Давайте сейчас вырежем нашу заготовку, я все вам покажу. Вот заготовка получилась. На две части ее сейчас загибаем. Видите? Расчерчили и загнем сейчас аккуратненько. Далее накаляем нашей горелочкой иголку и сейчас сделаем три отверстия в пластике. Отверстия будут уже для наших пропускных колечек. Легко и просто делаем вот так вот три отверстия. Раз. Ну, элементарно. Берем клеевой пистолет, стержень из-под клеевого пистолета и наш лепесток. То есть тоже клеевой пистолет. Берем нашей горелкой, разогреваем клей для клеевого пистолета. Видите, он начал капать. И просто аккуратно вот так вот мажем. И путем обычный фен вот такой вот нагреваем феном нашу аккуратно краску, клей. И вот так вот все равняем. Ждем, пока это все дело, видите, идеально все у нас ровно. Ждем, пока это дело все застынет. Дальше я все вам покажу. Вот такая вот красота уже получилась у нас. Видите, феном равномерно этот клей распределяется. Видите, ровненький, красивый. Такая вот блесенка получилась зимняя. Что делаем дальше? Далее мы возьмем. И все. Вот здесь вот так вот зажимаем. Одну и вторую. Получилась такая красота. У нас уже есть вес у нашей блесны. Здесь можно чуть-чуть даже капнуть клея. Но я сильно зажал. Там еще у нас до конца не остыл наш клей с клеевого пистолета. Все. И это все дело остается просто намертво. Груз мы можем покрасить, например. Да, у нее, смотрите, уже видите, центр тяжести изменяется. То, что нужно. И сюда плюс дополнительно. Ну, давайте, вот такие искусственные глаза есть. Тоже по глазу сейчас добавим на наш вот так вот свинец. Два. И с другой стороны тоже можно пару глазиков сделать. Они копейки стоят. Здесь пройдем также цапон лаком. Цапон лаком мы проходим, чтобы глаза надежнее держались. Есть такой цапон лак мощный. Вот такая вот классная приманка получилась, скат. Вот она вот так будет играть. Опускаем ее на дно, отгруженная. Такая вот красота приманка скат. Видите, отлично она играет. Опустили в лунку, поиграли, сразу происходит крупный удар. Или судачок, либо щука, либо окунь. Щука на 5-6 килограмм по-любому будет брать.
Вот такая вот уловистая снасть скат своими руками. Легко и просто. Ну а на сегодня все. Всем пока, дорогие друзья.